Всем привет! Сегодня у нас четверг. У меня вот такая тут уборка затеяна. Я сняла чехлы с подушек, которые у нас были на террасе, и постирала. Вот одну уже я одела. Вот там лежат. Сейчас буду дальше одевать. Это от сейчас, который у нас стоит диван и кресло. А это был у нас до... Ну, другой был диван, уже давно мы его выкинули, он был старый, поломанный. Вот, а подушки все мы это оставили, то, что внучата приезжают, играются. Вот я тоже стираю, тоже буду одевать. Хочу показать, сегодня купила вот такие два арбузика, они небольшие. Тут не стоит. Вот два маленьких, один такой полосатый, а один вот прям такой зеленый. В этом году прям, а вот эти вот большие два матрасика, вот они лежат. Я их приготовила, хотела сегодня помыть, но не успела, завтра. Их я буду мыть руками, потому что они большие, надо будет их прям руками, через шлангой. Я прям здесь на террасе их буду мыть завтра. Сегодня день хороший был. Вчера еще шел дождь, уже смотрите, травка зеленая у нас здесь пол огорода, там еще пока нет. Светит солнце уже хотя вечер, но еще все-таки солнышко есть, тепло сегодня. Вот еще купила такие мази для наших кисок от блох и от клещей. А вот смотрю, уже мафания идет. Не знаю, они так чувствуют вот эту вот. Такой запах идет сильный, и они убегают. Так что буду их ловить, и надо им тоже помазать. Я делаю два раза в год, но сейчас надо до осени еще сделать, помазать им. Потом, может, через месяц-два еще помажу. Так, один уже ждет. Сейчас попробую ему намазать. Не знаю, я вот сейчас открыла. Сейчас попробую при вас. Посмотрю, убежит он или нет. Стоп, Мафаня. Стой, 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 стой. Так. Вот здесь сейчас мы помажем. Стой, стой, не убегай. Не убегай. Стой, стой, стой. Вот так. Вот молодец. Но он знает, что бесполезно сопротивляться. Так, все, пошел на улицу, обиделся. Все. Но это хорошо, что они могут сейчас на улицу выйти. Потому что запах сильный. Так им легче переносится на улице. Только зашла домой, и Зузя вот идет. Но с Зузей будет проблема. Сейчас попробую ее намазать. Выключу камеру. Чтоб сразу оба. Вот большие, которые под низ, я уже одела. А сейчас я хочу показать. Тут одна была подушка. Вот в этих всех. А вот это сейчас я буду одевать. Это под спину. И здесь две подушечки. Вот такие вот. Очень интересно. Внутри вот такие вот. Ну, как они называются? Ну, не знаю, короче. Держат их крепко. Сейчас я покажу. Вот одну я одела. И вот она внутри. Тут застегается с обоих сторон. Так, сейчас я открою. Вот. Здесь и вот здесь такая вот веревочка. Раз, и все, готово. Также с этой стороны. А смысл в чем? Сейчас я покажу. Вот и вторую тоже так в сторону. И вторую теперь подушечку засовываю. А уже вторую не надо. Так, у меня открылась. Сейчас я ее. Так, вот вторая подушечка.
Все. Вот, и здесь вот такие, как прошитые. За счет этого она как вот, как будто прошитая. Вот и готово. Так, эти подушки у меня готовые. Ну, а на эти еще чехлы стираются. Так, ну а сейчас я буду своей орхидеей Ванды отпускать воду, корни. Они уже вот подсохли. Ну, не подсохли. Пару дней назад я их отпускала воду. И сейчас опять такая у меня для них ведерочко такое. Так. Беру шлангу. Ой, надо распутать ее. Так, ага, и наливаю сейчас. Включу воду и распутаю шланг. Так. Я сначала набираю воду, а потом уже отпускаю корни, чтобы не поломать их. Беру свои ванды. Ой, неудобно одной рукой. Сейчас надо мне выключить камеру сначала. Так, сейчас я ее положу. Выключу камеру, а то неудобно одной рукой, чтобы не поломать. Так, вот теперь я хорошо взяла и отпускаю воду. Потихонечку корни. Вот так. Иду за второй. А вторая вот тоже уже скоро даст нам цветок. Вот уже цветонос какой. Так, это тоже снимаем. Женя мне хорошие крючки там сделал. Прям удобно. Так, тоже положу сейчас аккуратненько. И вот так возьму. И тоже сюда же потихоньку. Так, отпускаю. Так, вот так вот. Вот и все. Ну, долго не буду сегодня держать. Может, часик они побудут, водички хватит им. Так, поправлю их. Одной рукой неудобно. Вот так вот. Все. Все готово. Пускай стоят. Пьют воду. Ну, а я сейчас буду поливать траву. Посмотрите, как трава у нас выросла. То, что мы те выходные вот там засыпали, посадили траву еще. Ну, она взошла чуть-чуть. А нет, я уже отсюда вижу, прям хорошо зашла. К выходным уже будет зеленая. Вот, а тут вот прям местами, но она вышла. Ничего страшного. Подвину сюда. Вот так вот. Видите, уже зеленая какая. Уже скоро будем косить. Так, травку мы тоже польем. Пока она такая молодая, ее надо хорошо поливать. Заодно рододендрон, гортензии. Все полью. Так, я сейчас, наверное, обуюсь и пойду прямо туда. Буду там тоже поливать. Отсюда не достану. Ш
шланга у нас длинная, так что хватит на весь огород. Она тут чуть-чуть влажная, но все равно полью. Кое-где вот она сухая еще земля. Так, вот я шлангу протянула. И сразу освежаю тоже гортензии и примулы. Обязательно каждый день я поливаю примулы. Весной я их еще рассажу. Они сейчас еще маленькие, молоденькие, а весной рассажу их примулы. Вчера я прополола вот тут всю клумбу внизу под гортензиями, а сегодня вот их освежаю водичкой. Немножко освежить холодной водой. В этом году я цинии посадила. Такие красивые. И деплодения, конечно. Каждый год красивое цветет. Тут у меня цинии. Камелия. И я вот так слегка прям обливаю водой орхидеи. Так, тут мы пришли домой уже, Мафаня. Ну все, ванды напились. Вот у них корни уже там зеленые. Очень легко за ними ухаживать. Я никакое удобрение им не даю. Вообще, знаете, по возможности я стараюсь не удобрять все-таки цветы, и поэтому у меня такие цветы, которые растут очень хорошо. Также и гортензии. Только в этом году мы их чуть-чуть удобрили, да? А так я их не удобряю тоже. И не крашу. Меня спрашивали, почему такая синяя гортензия. Она такая есть. Так что самое главное, чтобы им было достаточно и в меру воды. И все. Так, что буду их потихоньку вытаскивать. Так, аккуратненько, чтобы чуть-чуть водичка сбежала. Здесь так удобно сейчас на террасе. Там наверху на крыше, конечно, было чуть-чуть неудобно. Было красиво, но неудобно. А здесь сейчас прям хорошо. Вот сейчас повешаем на место. Ну все, готово. Вот свежие листочки. Вот они. Это уже новые. Это тоже красивый цвет. Он как розовый такой или малиновый. Ну, посмотрим. Вот они уже на своих местах. Их также можно и ванной, или под душем тоже обливать водой.
что я и делала. А летом можно вот так на балконе, на террасе. Ну, хотим пожелать всем всего самого хорошего, доброго. Самое главное – здоровье. Вот наши кисули идут домой уже, вечер. Вот там Зузя идет. Здесь Мафаня. Всем пока!